Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите самое необычное открытие кейса в истории стендоффа. Поэтому берите себе чаёху, оливье, торт, берите всего это и побольше, и наслаждайтесь просмотром данного улетного видеоролика. Ребята, давайте спасем нуба вместе со мной. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, иначе мне придется пристрелить этого нуба. Поэтому, пожалуйста, ставим лайки и подписываемся, тогда этот нуб останется в живых. Прямо сегодня, ребята, я вам покажу, как же можно выбить прям очень дорогие арканы, и покажу, где именно их можно выбить. Давайте для начала мы просто откроем парочку обычных фейбл кейсов и посмотрим, что же нам выпадет. Вдруг сейчас нам выпадет аркан, и Кента пока охренеет. Но нам выпадает тег 9 фейбл. Легендарочка, ну уже неплохо. Неплохо. Если я не ошибаюсь, она стоит 60 голды. Открываем кейс дальше. Нифига себе, пролетел нож бабочка. USP писец. Ну, это, ребята, полный писец. Ну, понимаете, о чем я, да? Открываем третий фейбл кейс. И мне выпадает. Мне выпадает опять эпик. Ну чё, ребята, нам вообще не везет. Но вы не переживайте, я знаю верный способ всегда быть в плюсе. Давайте еще один кейсик откроем. Вдруг повезет, вдруг навалит. И мне выпадает. Кто бы сомневался, мне, ребята, выпадает рарка. Но, ребята, открытие кейса в игре это сильно банально, поэтому я к вашему вниманию представляю новый проект под названием Standoffer. Просто посмотрите на вот это! Не на мое лицо, не-не-не-не. Вот это аркана кейс. И из аркана кейс нам, ребята, может выпасть... Мать его за ногу, новый нож флипнайф! Вы это понимаете? Вы это понимаете? Я просто в шоке. Так, ребятки, давайте обо всем по порядку. Вначале я хотел бы открыть дешевый кейс и просто показать вам, как это работает. Я выбираю нужный кейс, нажимаю разыграть билет за 15 рублей, и мне, ребят, надо стереть 3 одинаковых скина. То есть я стер USP-писец, USP-писец, и надо третий раз стереть USP-писец. Но я не стер, но, даже если вы не стерли 3 раза одинаковый скин, тут есть такая штука, как гарантированный приз. Я его стираю. И я получаю на халяву USP-писец. Ну, ребята, это реально почти беспроигрышный сайт. И я просто в шоке с этого. Это, блин, это реально охренеть как круто. Забираем предмет. Ну, блин, самое крутое, что на этом сайте нереально проиграть. То есть, по сути, это те же самые кейсы, только выбить что-то другое, тут гораздо больше шанс. Ну, например, фарм ножа. Давайте разыграть. Так, М4. М4. И надо еще одну М4 стереть. Как думаете, где она? Где она? Я думаю, тут. Но я, ребята, получил USP-писец. Но я не огорчаюсь, потому что есть такая штука, как гарантированный приз. И я получаю... И я, ребята, получаю М4 Гран-Прикс. Ну, короче, на этом сайте, по сути, нереально проиграть. Ты в любом случае что-то получаешь. И при том, получить шанс что-то другое у тебя очень высокий. Забираем предмет. Давайте, знаете что? Давайте пробуем открыть Эпик Кейс. Ну, а почему я как бомж открываю самые-самые дешевые? Пацаны, давайте Эпик Кейс посмотрим. Вау, наклейка эпик, охренеть, это меня радует, а ну-ка. Вау, я уже две наклейки открыл, где третья, как думаете, я думаю слева. Да. И я получаю наклейку за 100 рублей, неплохо, я могу ее забрать себе в инвентарь. Ну а потом спокойно вывести. Так, ребятки, открываем дальше. А теперь я хочу открыть легендарный кейс, да, я хочу эту малышку. Хочу, что может выпасть самое дорогое? АВМ Спорт В2? Нифига себе. Но... О, статрек АКР-12. Неплохо, кстати. Вам еще один АКР-12 статрек. Так. Угадай. Да. Я угадал. 435 рублей. Охренеть, я в плюсе. Так, ребятки, давайте еще один легендарный кейс. Мне что-то поперло с него. Так. М4 Некромансер. Ну, такое себе. А ну-ка. Но, тем не менее, я себе получил М-ку. Неплохо. Продаю за 60 рублей, она мне, в принципе, не нужна. И открываем дальше. Но, ребята, прямо, очень-очень скоро мы откроем самый дорогой кейс. Это Аркана кейс. Просто я боюсь просрать весь баланс, потому что все-таки я пополнил счет на 10к в надежде, что я буду в плюсе. И если я проиграю, будет обидно. Так, ребята, смотрите, я использовал 3 попытки. И по сути, я ничего не стер. Но есть такая штука, как гарантированный приз. И я получаю... Я получаю за 300 рублей пистолет GDZ Frostwarm! Нифига себе!
Вот это да. Вот это, я понимаю, кенту навалило. Так, ребятки, я хочу еще один легендарный кейс. Не, ну почему? Вдруг пошла белая полоса в моей жизни. М7 Аркада, такое. Т9 Фейбл, такое. И наклейка. Блин, тупо стер 3 разных скина. Но, ребята, я не огорчаюсь, потому что я буду стереть гарантированный выигрыш. Поехали. И я получаю скин за 50 рублей. Блин, ну вот это было обидно. Ну а сейчас, вот прямо на ваших экранах, Кента ПК хочет рискнуть и открыть Аркана кейс. Блин, 700 рублей, как же это много! Но может выпасть. Может выпасть эта малышка Флипнайф Драгонглэйс. Я хочу ее, хочу. Давайте, давай. Где Флипнайф? Где Флипнайф, как думаете? Может тут? Блин. Может тут? Блин. Может тут? Блин, я неудачник. Но у нас есть гарантированный приз, и я получаю... Что нахрен? Да ну нахрен! Офигеть! Флипнайф! Флипнайф! С первой попытки, мать его, за ногу, Флипнайф! Я ору! Я просто в это не верю. 6000 рублей! Да я ж забираю себе! Охренеть, блин! Я в афиге, пацаны! Флипнайф! Я просто в это не верю! Я получил флипнайф, выбил на этом сайте! Я хочу открыть еще одну аркана кейс! Еще одну, еще одну, еще одну! Аркана, 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 аркана! Блин! И знаете, чем самый большой рофл? Что я получил флипнайф с гарантированного выигрыша! С гарантированного! То есть там, по сути, должна быть какая-то хрень! Но мне повезло, там был очень маленький шанс! Я получил флипнайф Драгонглэйс! Я в шоке. Блин, ребята, с первой попытки я просто в афиге. Я хочу еще раз выбить, но, кажись, мне больше не повезет. А ну-ка, давайте пробуем еще буквально парочку аркан и кейс. Вы понимаете, шанс был очень-очень маленьким, но мне повезло. Капец, как же я рад. Так, статрек P350, а ну-ка. Статрек P350 и не гарантированный приз. АВМ Генезис, 700 рублей, неплохо, 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 тоже заберем. Но, ребята, счет мне больше ничего не выпадает, я даже в минусе. Но у меня есть флипнайф. Это самое главное, с первой попытки, мать его, за ногу, флипнайф! P350. Флипнайф. Так, можно плюс одну попытку, дружище, будет еще один флипнайф. Блин, ребят, я неудачник. Я думал, сейчас получу флипнайф. Блин, капец, меня бомбит. Хочу флипнайф, еще один флипнайф. Флипнайф, 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 пожалуйста, флипнайф. Не, ребят, походу сегодня не мой день. Не, флипнайф я уже больше, походу, не получу. 5 minutes later. Короче, пацаны, ссылочка на сайт есть в описании. Также у меня для вас есть уникальный промокод, при помощи которого вы сможете получить огромный плюс к пополнению. Плюс 25%. Смотрите, рассказываю. Вот промокод, сюда пишите Кент АПК, внимательно смотрите, Кент АПК 25%. Нажимаете кнопочку активировать, и вот написано: промокод успешно активирован, при пополнении счета вы получите плюс 25% к пополнению. Ребята, вводите мой промокод, я получу ништяки, и вы получите на халяву 25%. То есть если вы пополнили на 100 рублей, получаете 125. В общем, ребята, ссылочка на сайт есть в описании. Главное, играйте, но не на последние деньги. С вами был ваш Кент АПК. Довольный Кент АПК с флипнайфом. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.